состоялась расширенная встреча деятелей культуры республики с представителями профильного министерства. Тема разговора звучала так: профессиональное искусство и литература. Вчера, сегодня, завтра. Собравшиеся обсудили насущные проблемы отрасли. Вопросов много, необходимо выслушать мнение каждого, а такие встречи сделать регулярными. Подчеркнул важность состоявшегося диалога исполняющий обязанности министра Константин Яковлев. Вчера это славная история нашего народа, нашего искусства. Великолепная, высокая, достойная на века, сделанные предшественниками. Сегодня мы должны быть, конечно, достойны вчерашней славе, и я думаю, что все вы и те, которые за вашими спинами в коллективах, стараются все делать для того, чтобы достойно нести вот эту планку. Каким участники встречи видят свое завтра, вопрос интересный. Многие отмечают профессиональный рост актерских коллективов театров, новые литературные веяния. В постановках активно используются информационные технологии. По секрету скажу, что мы сейчас планируем, не знаю, что получится, но такая есть идея онлайн-трансляции спектаклей делать русского театра.